Около 33 миллиардов тенге выделено на средний ремонт автодорог Карагандинской области. В целом планируется привести в порядок 860 километров дорог. Глава области Ерлан Кушанов совершил рабочий объезд по Октябрьскому району Караганды. Объезд начали с улицы Зелинского. Протяженность этого участка 5 километров 800 метров. Здесь уложен 1 километр 800 метров основания. Затем сверху будет уложен верхний слой асфальтобетона. Проехав далее на улицу Луначарского, где 50% работ уже выполнено, глава области вернулся к вопросу качества. В прошлом году был использован некачественный битум. Это серьезно повлияло на состояние дорог. Директор подрядной организации «Аградор» заявила, что завод, который производит битум, после ремонта не справился с нагрузкой. Наталья Мальчушкина заверила главу региона, что в этом году все будет хорошо. 50% уже уложено асфальтовое покрытие. Мы в первую очередь на сегодняшний день идем именно на дороге, потому что здесь еще заложены тротуары. Будем организовать проезд, чтобы это, а дальше уже потом приступим к тротуарам. Планируем все объемы работ закончить в конце. Следующий участок в 21-м микрорайоне, где производится средний ремонт дорог протяженностью 2 километра. Подрядчик этого участка – фирма «Караганды Жол-Курылыс». В прошлом году эта же фирма занималась ремонтом дорог возле железнодорожного вокзала, который затем пришлось переделывать. Таких подрядчиков надо отправлять в черный список, заявил Ерлан Кушанов. В прошлом году что делали? В прошлом году у нас было Язева было и вокзал. Переделывали? Язева не переделал. Вокзал переделывали? Вот я помню. Не, в мае. В этом году не будем переделывать? Да нет. А зачем ты берешь какие-то подрядчики, которые в прошлом году переделали? Это материал. Если в этом году, в следующий год опять пойдет шелушение или трещины, черный список. Далее аким области обследовал работы в 12-м микрорайоне. Проехав мимо завода сантехнических изделий, Ерлан Кушанов остался недовольным проведенным там ремонтом. Критике акима подверглась компания «Армстрой». Стоит отметить, что именно эта фирма набрала заказы на ремонт дорог в Караганде, Темиртау и Жесказгане. Глава области наказал подчиненным внимательно следить за работой фирмы «Армстрой». И если подрядчик не исправит все недостатки в срок, забраковать весь ремонт. Там качество нет. Вот здесь ничего. Качество. Я визуально сейчас вот проехал, оно вопросы вызывает. Не принимайте, но понимаете, качество такое будет, как в прошлом году. В стороне от внимания акима области не остались и ремонтные работы в жилых дворах. Местные жители довольны преобразованием. Это меня внутренний гигант был, куда шайбурный. Говорит, ой, мой, а не останавливайся, говорит. И ты вообще отсталый. Потом через лес приехали, вчера я привезла, они говорят, Ажи, может, ты тут годом переехала? Да. Я говорю, нет, 48-й дом, 49-й квартира. Они в шок, они с утра до вечера вот ходят, я говорю, даже лучше, чем Астана. И все же глава области отметил, что ремонт 10 дворов в год – это очень низкий темп. Ерлан Кушанов предложил ремонтировать по 100 дворов. И пускай в них не будет излишеств, зато облик города улучшится намного. Если мы по 10 дворов в год будем делать, вот такие хорошие, красивые, тогда мы это сделаем. Нам нужно побольше охватить дворов, по 100 дворов в год. Они должны быть. Минимальный набор, ну, чтобы людям самое необходимое. Будет хорошее время, затем будем уже делать такие дворы. По всей Карагандинской области планируется привести в порядок 860 километров автодорог. По Караганде 127 участков. Все работы обещают завершить уже к сентябрю. Что касается качества, то в нынешнем году впервые каждая партия асфальта проверяется в специальной лаборатории. И в целом по области, по крупным городам области, везде ведется такая крупномасштабная дорожная работа. В целом на ремонт дорог в этом году выделено около по области 33 миллиардов тенге. Из них около половины мы получили из республиканского бюджета. Масштабные работы ведутся в Караганде, Темиртау, Балхаше, Жесказгане и Сатпаеве. Также будут отремонтированы автодороги Караганда-Жесказган, Караганда-Каркаралинск, Жесказган-Кызылорда. В завершении объезда Ерлан Кушанов отметил, что масштабные работы ведутся практически по всему региону. На следующей неделе аким области намерен ознакомиться с ходом ремонтной кампании в районе имени Казыбек-Би. Андрей Тенажар, Агибаева, Жаксыл Кнуртай, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.